Боюсь, это не тот дом. Нет. Нет, это он. Рада познакомиться с тобой, месье Ренцо. Аннетта хорошего мнения о тебе. Понимаю, почему. Спасибо на добром слове, Дона... Типрего. Зови меня Паула. Спасибо за то, что приютили мою семью, Паула. Не стоит благодарности. Ты, должно быть, устал. Может, приляжешь? Нет, грация. Я не могу остаться. Почему? Куда ты собрался? Убить Уберто Альберти. Я понимаю, ты жаждешь отомстить. Но Гонфолоньер опасный противник. А ты не убийца, Эцио. Не нужно нравоучений. Но я сделаю из тебя убийцу. И вы хотите научить меня убивать? Не убивать. Я научу тебя, как остаться в живых. Пойдем. В моем ремесле главная осторожность. Мы должны свободно ходить по улицам на виду, но невидимые. Ты тоже должен уметь научиться смешиваться с толпой. Девочки научат тебя. Упражняйся со мной сколько хочешь. Бонжорно. Какой странный плащ. Откуда он? Какая странная одежда. Бене, теперь, когда ты умеешь сливаться с толпой, я покажу тебе, как этим пользоваться. Научу тебя воровать. Вор! Вор! Эцио, если ты что-то украл, не стой столбом. Помогите! Держи мой кошелек! Помогите! Как только обчистишь чей-то карман, сразу же уходи.
кошелек украли! Здесь вор! Можете идти, девочки. Это обязательно? Он такой невинный, такой милый. Теперь, когда ты научился подходить к врагу, нужно подобрать тебе оружие. Что вы мне посоветуете? О, ведь у тебя уже есть ответ. Эй, меч и наручи моего отца. Откуда они у вас? Я использовала то, чему научила тебя. Они не в очень хорошем состоянии. Полагает, ты знаком с Леонардо да Винчи? Си. Но при чем здесь этот художник? Отнеси ему эти вещи и увидишь. Прежде чем уйти, могу я задать один вопрос? Конечно. Почему вы помогаете мне, чужаку? Я знаю, что такое предательство. Оу, Эцио Аудиторе! Не думал, что снова увижу тебя. О, я совсем забыл о манерах. Добро пожаловать. Итак, чем я могу помочь? Я думал, не починишь ли ты мне кое-что? Конечно, пойдем сюда. О, какой бардак! Я целый день искал. Так, сейчас я расчищу место. Хорошо, давай посмотрим. Поразительно. Не знаю, Эцио. Вещь старая, но довольно хитрой конструкции. Никогда не видел ничего подобного. Боюсь, что без чертежей я ничего не смогу сделать. Мидиспиаче. Стой.
Что ты делаешь? Этот текст зашифрован. Если моя теория верна, то, судя по этим рисункам, может быть, что... Может быть, что? Присядь. А, Леонардо. Если мы подставим буквы, а затем выберем каждую третью... Вот, готово? Что, готово? Клинок. Мне удалось расшифровать твой пергамент. В нем написано, что нужно делать. Теперь нужно отрубить тебе безымянный палец. Верамента? Извини, но это обязательно. Владелец клинка должен доказать свою верность оружию. Бене, только побыстрее. Я пошутил. Когда-то этот клинок требовал жертв, но его переделали. Можешь оставить свой палец себе. Невероятно. Это точно. Скажи, нет ли у тебя других страниц? Извини, только это. Слушай, если тебе вдруг попадется еще одна, пожалуйста, принеси ее мне. Конечно. Спасибо за то, что починил. Это стража Флоренции! Откройте дверь! Минутку. Жди здесь. Вы Леонардо да Винчи? Си, чем могу служить? У меня к вам есть вопросы. Разумеется. А в чем дело? Свидетель утверждает, что вы общаетесь с врагом города. Что? Я? С врагом города? Чушь. Когда в последний раз ты видел Эцио Аудиторе? Кого? Нон фаре ин финто тонто. Мы знаем, что ты был другом этой семьи. Может, это поможет тебе вспомнить? Готов говорить? А сейчас... Грация, Эцио. Извини, что так вышло. А, ничего, их грубость меня не удивляет. А тело? Втащи его внутрь, к остальным. К остальным? Их дает мне город для опытов. Фу! Видишь? Никаких следов. Спасибо, Леонардо. За все. Пожалуйста, запомни. Если найдешь похожие страницы, принеси их мне. Если в них будут чертежи, я смогу улучшить твое оружие. Конечно. А теперь мне пора возвращаться к Пауле. Порджиле эмеа маджи.